1 400 000 гектаров земли в крае не межовано, а значит, фактически брошено. С этой цифры, озвученной на коллегии прокуратуры края, началось сегодня другое совещание в Минсельхозе. Как объяснили здесь, проблема неиспользуемых площадей есть, но не в таком объеме. Данные же были взяты прокуратурой в Росреестре по всей карте края, а значит, вместе с участками под столбами электропередач и другими непригодными для сельского хозяйства землями. Говорили собравшиеся и на другую злободневную тему – неосвоение в полной мере федеральных и краевых средств. Контролировать этот процесс впредь решено не в конце каждого года, а ежеквартально. 196 миллиардов рублей по России не освоено федеральных средств. Четыре наших, 294 миллиона ваших в казне края, 8%. Как это по элитному семеноводству, по закладке садов, такие программы, такие преференции? Это обыкновенная бездеятельность начальника управления, я считаю. Благодаря решению губернатора Ставропольского края мы убрали ряд административных барьеров, которые не позволяли пользоваться мерами государственной поддержки некоторым субъектам.